Можно вот сейчас вам обзорчик сделать? Давайте. Ну, смотрите. Ну вот, допустим, вот этот котел называется сушеной регулировкой, он плюс пламя. Как? Вот так? Да, 12 киловатт, вот на него это... Автоматик. Поставишь. Маленький пламя, большой пламя. Ну это что-то типа, как раньше была автоматика сигнал, по-моему, она называлась. Я не знаю насчет сигнала, вас может быть и похоже на принцип. Ну, в принципе, это как... Клапан, это тоже кран. Ага. Ну, кран, да. То есть это конструктив, главное надежность. Вот эти очень надежные. Мы используем где-то аж с 2003 года. Они очень надежные, почти никогда практически. Ну, вот, по-моему, как раз сигнал тогда и появился. Ой, извините. Ну, это наша разработка, они, они запатентованы. А это ситовский, да, клапан 7302, он этот тоже очень надежный и ремонтопригодный. Ну, здесь в основном электромагнитный клапан для термопара. Да, электромагнитный клапан для термопара, да, совершенно верно. Фитиль. Вот, он независимый, даже фитиль, я закончил. Все. И плавение вплоть до стрижки. Подъемная прямость очень большая. У него КПД 97%. Это реально КПД. Горелка вашего производства? Да, горелка. Сейчас это, здесь стоит горелка. Трубы со сверленными дырочками, то есть рожки, если я представляю. Но это уже, как говорится, вчерашний день. Мы вот сюда уезжали, у нас уже завод начал, перешли на Полидоровский. Полидоровский, да, перешли. Вот, с лазерной нарезкой. Но вы сами делаете саму горелку, сами рожки только Полидор используете, да? Да, да, да. Пока еще полностью не берете горелку, ну, скажем нет, так, нет, нет. В сборе. Нет, горелку сами, да, и у нас конструкция горелки немножко изменилась там, и рожки. Уже... Вот у нас у главного инженера дома работает, уже несколько месяцев такой, и результат прекрасный. Мы в серию запустили теперь. Понятно. Так, ну-ка, теплообменник здесь. А, видно все. Воздух сняли вторую крышку, она вместе с этой трубой получается. И все, и старой ножовкой обычной. Вот эти щели все раз, на газетку высыпалось. То есть диапазон мощности котлов? От 7 киловатт и до 120. В чугуне? Нет. Да? Толщина 2,5. Конструкция. Ну, прогорать они точно не прогорают. У него вообще по ГОСТу 15 лет. По факту есть, которые уже 15 проработали. А контроль по тяге что-то есть? Нет. Здесь нету, да? Нет. Датчик, по сути, расчет датчик, на тяги. То, что задохнется запальник, я так понимаю. Ну, если вдруг с тягой не будет, нет, ну, проблема, задохнулся если... запальник, горелка потухла. Да, ну тогда сработает электромагнитный клапан. На практике так. Нет, конечно же, бывает, конечно, когда забьется котел хозяин говорит, или дымоход неправильно сделан, то есть кухня. Просто делает. Как-то диаметр дымохода немаловато. Нет, вот здесь вообще 76-й, видите? Да вот же, я так смотрю. У нас идут, смотрите, 7 киловатт, 10, 12, идут, у них 76-я. С 16 киловатт начиная уже идет. Требуется ли по паспортным данным или как какой-то разгон тяги, или можно сразу уйти в дымоход? Одно колено делается под углом 45 градусов, и здесь нужно учитывать момент, чтобы конденсат не затекал. Конденсат вот отводчик, по сути. Это само собой, но я имею в виду, что запускать саму эту трубу горизонтальную, в основной дымоход, немножко внутрь запускать. То есть буквально там на сантиметр она запускается, вот, и тогда конденсат вокруг обтекает, то есть выпадает, конденсат не затекает в котел. Понятно. Только вот этот момент нужно учесть. Спасибо. Хорошо. Маленький, вот 15 киловаттный, вот этот 30. Да, они одинаковые. Я вам сказал, что
такие вот котлы производят в Казахстане?